период похолодания, дождей и усиления ветра спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности. Как сообщает Управление по делам ГОИЧС Ростова, при неправильной эксплуатации обогревательных приборов возможно возникновение бытовых пожаров. Чтобы избежать беды, следует твердо придерживаться правил элементарной безопасности. Не перегружать электросеть, не пользоваться неисправными или самодельными электрообогревателями, не применять бензин и керосин для растапливания печей, каминов и кухонных плит. Не разрешать детям играть с огнем, убирать спички в недоступные для них места. Если же вдруг в доме появился запах газа, запрещается зажигать огонь, включать свет и электроприборы. И следует немедленно вызвать экстренные службы. При возникновении пожара звоните по телефонам 112 или 100.